Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Всех приветствую. Несмотря на то, что сегодня такой прекрасный июльский день, спасибо, что вы не на море, а с нами. Вот. И тема у нас достаточно серьезная. Вообще, мне кажется, крымские СМИ страдают отсутствием хорошей и качественной экономической журналистики. А вот сегодня тема санкций, она всех интересует. И мы решили в этом всем разобраться. И пригласили суперпрофессионала, эксперта в этой области, экономиста, заместитель главного редактора журнала «Однако» Андрей Борисович Кобяков. И мы поговорим о санкциях. Андрей Борисович, слово вам. Солируйте. Да. Еще раз здравствуйте. Спасибо организаторам за предоставившуюся возможность посетить Крым, тем более в такие, в общем-то, исторические дни, которые мы все продолжаем переживать. Этот абсолютно исторический момент с точки зрения истории, это, конечно, момент. Вот. Спасибо крымчанам за их радушие, гостеприимство. Вот сразу же скажу, что приехал я не только по приглашению международного медиаклуба формата А3, но предыдущие три дня здесь была делегация Изборского клуба, действительно членом которого я тоже являюсь. Это была большая делегация во главе с нашим председателем Исаем Андреевичем Прохановым. Вот, в составе делегации было много заметных фигур. Генерал-полковник Ивашов, бывший глава Генштаба, тоже член нашего клуба, Сергей Черняховский, известный публицист и идеолог, историк, из тех, кто еще даже остался здесь, так же, как и я, но уже по своим делам, Николай Стариков, ну и многие другие, Шамиль Султанов, известный политолог, известный экономист Александр Агеев, многие другие, не хочется всех перечислять, пусть никто из них на меня не обижается, была большая делегация в данном случае. Вообще у нас клуб в этом смысле, он весь состоит из совершенно выдающихся личностей. Сергей Юрьевич Глазев, член нашего клуба, Михаил Хазин, мой соавтор по книге «Закат империи доллара», который у нас был в гостях. Вот, Михаил Делягин, тоже хорошие мои друзья, да, мой друг и мой начальник, шеф Михаил Леонтьев. Ну да, ну так это, наверное, симптоматично, потому что мне кажется, что международный медиаклуб формата А3, вот он работает с очень разными людьми, с персонами там, далекими от политики, но определенная политическая линия работы в этой организации чувствуется. Я становлюсь уже четвертым как бы точкой в своем путешествии в рамках программ этого международного медиаклуба. В прошлом году я вместе с вашими коллегами, значит, по их приглашению, организаторами они были этих мероприятий, ездил в Ригу, в Кишинев. Кстати, тоже тогда получилось, что мы объединили это с поездкой Изборского клуба, и мое как бы сольное выступление в Кишиневе продолжилось очень знаменательным общением с руководством потом Приднестровья, с выступлением там, в Тираспольском университете. Вот, и дальше я был еще в Таллине и Нарве, где я уже давно не бывал, и, в общем, тоже посмотреть, как что вообще происходит, тем более, что там я был в молодости, в такие годы, когда все это очень ярко воспринимается, романтично, Италия. Вот, и снова как-то вот, и мне удалось еще в прошлом году супругу с собой вот в Таллин захватить. Вот, так что, можно сказать, так вот, как влюбленная парочка, мы там еще погуляли по этим улочкам старого Таллина. Вот, я очень благодарен за деятельность, вообще, которую ведет этот международный медиаклуб формата А3. Я считаю, это принципиально важно, что вы вывозите не просто там медийно раскрученных, дело не в этом, а действительно людей, которые определяют лицо интеллектуального сообщества, лицо культурного сообщества России, причем лучших действительно его представителей, лучших не в каком-то даже сугубо профессиональном смысле, а лучшим еще и исходя из их гражданской позиции. Это принципиально важно. То есть, иначе говоря, вы как бы некую принадлежность истории своей деятельности непосредственно обнаруживаете. Ну, вот так вот мы друг друга похвалили. Я еще напомню нашим гостям, что за лучшие вопросы у нас предназначена вот такая вот книга под редакцией Андрея Борисовича.
Ну да, я там еще и один соавтор. Но я сам впервые сегодня увидел. Ну, позвольте, я все-таки тогда несколько слов тогда еще про себя скажу. Понятно, что биографию пересказывать это можно надолго, вот, но как бы вот помимо моих как бы объявленных там должностей, мне много чем приходилось заниматься. Вообще, по базовому образованию я закончил географический факультет МГУ, я экономика-географ, кафедру эконом-географии зарубежных стран, но мы очень много на практике ездили по территории Союза, поэтому, в отличие от такого академического экономиста чистого, да, я как раз щупал руками хозяйство, еще начиная со студенческих лет, и все это еще привязывалось и к ресурсной карте, к природным каким-то закономерностям, представлениям о расселении и так далее, и так далее. Это многое дало мне и в профессиональном плане, и с точки зрения, конечно, формирования вообще мировоззрения. В конце существования Советского Союза я поработал в нескольких академических институтах, Институт энергетических исследований Академии наук и Госкомитета по науке и технике, в Институте народно-хозяйственного прогнозирования еще тогда его руководил покойный ныне академик Еременко. Вот. А дальше жизнь складывалась очень все интереснее и интереснее. Чудесатие, как говорила Алиса в «Стране чудес». В 93-м году мне довелось возглавлять отдел экономических исследований в фонде Сергея Ивановича Кургиняна. Сотрудничество с ним, правда, было не очень долгим, но яркая личность, которая оказывала, конечно же, влияние на формирование. Очень активно, потому что момент исторический тогда был тоже по-своему очень тяжелый и во многом знаковый. Расстрел Белого дома, разрушение каких-то канонов, как мне представлялось вообще самой русской жизни, русской цивилизации. Мне довелось вот в этом оппозиционном, в хорошем смысле слова тогда, лагере познакомиться с теми персонами, с которыми я вот как бы стал позже как бы их коллегой, там, начиная там, от Бабурина, например, там, до Натальи Нарочницкой, которая, кстати, тоже член нашего творческого клуба, выдающаяся совершенно женщина, политик, дипломат, историк, патриот, настоящий патриот своей страны. Просто восхищаюсь, еще очень красивая женщина. Вот. Вот так вот. Параллельно я в самом конце, последний год существования Советского Союза, вступил еще в аспирантуру в МГУ, уже в экономическую, защитил диссертацию. Тема диссертации у меня была «Государственный протекционизм в рыночной экономике». Я и там шел против течения, в то время как все восхваляли рынок. Я пытался показать, что это как бы очарование, эйфория рынков, это абсолютное заблуждение. Рынок без государства, без защиты отечественного предпринимательства, без представления о национальных интересах – это самоубийство. Ну, надо сказать, что защита проходила очень тяжело в то время, такие темы. В общем, я был такой белой вороной, даже как и в академическом сообществе в последние годы существования Советского Союза. Мы должны признать, что многое с нашей отчизной мы сотворили, к сожалению, своими руками. Тогдашнее научное сообщество было очень настроено, я бы сказал, и непатриотично, и вроде бы оно интеллектуальное сообщество, в то же время проявляло какую-то поразительную наивность по поводу того, куда приведут нас эти реформы и так далее. Вот как-то так довело, что я с самого начала с очень большим недоверием, мягко говоря, к этому относился, и поэтому было тяжело в это время прорубаться. Защитившись, я стал преподавать и, в общем, 20 лет отдал преподавательской работе в Московском государственном университете. Он, собственно, начал еще даже до защиты эту работу. К сожалению, был вынужден в феврале прошлого года эту работу закончить. Так, в принципе, меня бы сейчас, наверное, представляли в качестве вот университетского. Да. Вот. Но, тем не менее, это как бы та часть, очень немалая часть моей жизни. Я считал всегда, что раз я выпускник университета и очень ему обязан формирование своей там, личности и профессиональной карьеры, я, несмотря на то, что это абсолютно неблагодарное занятие с точки зрения там, зарплаты, вот, это какое-то смешное было, если вспомнить тот же 93-94 год, то по пересчете по курсу зарплата преподавателя университетского была, вот я просто говорю свой личный опыт, $24, да, в то время как любая секретарша, работающая в фирме, получала 300, вот, и помню, что я еще тогда поздно женился, вот, когда я в 95-м году давал свою статью в журнал сначала еще в «Коммерсант», но тогда он распался, и получилось, что статья вышла в пилотном нулевом номере журнала «Эксперт», который был командой «Коммерсантовской»
организован. Вот. И когда я за одну свою статью получил свою годовую зарплату, $200 гонорар, причем статья была в соавторстве, мне выделили какой-то маленький кусочек. И вот, и более того, мне сказали, если ты успел еще опубликоваться вот в «Коммерсанте», я сдавал туда в портфель, то это было в 4 раза больше. Я потом, то есть я написал одну статью и получил 3-летнюю зарплату. Но это так, чтобы понять, насколько неблагодарен был труд университетского преподавателя. То есть профессор МГУ вплоть до последнего времени, значит, там, получал зарплату меньшую, чем получает там торговец в киоске, торгующий сигаретами. Поэтому эта работа, поэтому, конечно, для меня не имела никакого коммерческого значения, вот, но я как бы считал, что я должен сеять это доброе, разумное и вечное, передавать, собственно, свою позицию. И вот сегодня, кстати, один из вопросов мне задавали, как я отношусь, значит, там, к последним событиям вокруг Александра Дугина, которого, значит, пытаются уволить из университета, причем ректор произнес совершенно сакраментальную фразу, что университет не место для политики. Значит, это фраза, нет, это, простите, это фраза достойная, но это продолжение знаменитой фразы Бориса Грызлова, когда он был спикером Государственной Думы, когда он сказал, что Госдума не место для дискуссий. Ну, то есть, более нелепо представить себе что-то трудно. Вообще-то говоря, все традиции Московского университета, там, Герцен, Окарев, все, что хотите, да, это свобода мысли, это возможность как раз ведения открытых политических, идеологических, мировоззренческих баталий, причем равно эти возможности должны быть предоставлены как одной стране, так и их противникам, и ничего там такого я не вижу. Да? Вот, поэтому удивительный упрек, вот, ясно, что я иначе как предлог не могу воспринимать подобные объяснения, вот, поэтому, видимо, это какие-то уже личные проблемы взаимоотношений здесь сыграли роль, или, может быть, какая-то подсказка была ректору Садовничему дана. Ну, во всяком случае, вот политическая ситуация в МГУ, она вот в последнее время, она как-то вот ухудшается. И одна из причин, почему я ушел, не только потому, что мне стало тяжело это совмещать с моей общественной деятельностью, потому что все-таки, когда ты жестко привязан к расписанию и читаешь довольно много курсов, ты очень скован в каких-то возможностях управлять своим временем, совершать общественную деятельность, а в прошлом году, позапрошлом уже начиная, я очень активно включился в деятельность, вот, связанную с евразийским интеграционным процессом, и ездил много и на Украину, ездил много там, в Армению, в другие страны, поэтому вот по вашей линии, опять же, да, поэтому стало трудно это совмещать, но помимо этого, конечно, еще есть и аспект вот такого, так сказать, идеологического плана, он, к сожалению, присутствует. Не знаю, лишняя эта информация или нет, но мне кажется, что она должна все-таки дать какой-то тоже нам разгон нашей беседе, потому что, естественно, я не собираюсь скрывать того обстоятельства, что у меня есть совершенно определенная гражданская, идеологическая, мировоззренческая позиция, исходя из которой я как бы и пытаюсь трактовать происходящее. Вот я не пытаюсь себя представить каким-то таким машиноподобным, ну, как это, знаете, есть понятие объективизма, но такой вот на уровне там вообще не даю ничему оценку, что такое хорошо, что такое плохо, к экономике якобы не относится. Я являюсь противником этой позиции. Я считаю, что нравственность и экономика непосредственно связаны. Вот, поэтому вот такая вот отправка. Уже ясно. Да, давайте ближе к санкциям, я думаю, что... Ну, вот ближе к санкциям, да. Вот тут организаторы меня, конечно, подвели, но уже и в прошлом году были такие замечательные вещи. Я-то им давал одну тему, вот, а они вписали, да, по своему усмотрению немножко по-другому. Я-то хотел поговорить о своем видении перспектив средней и долгосрочных мировой и российской экономики. Слово «санкции» в моем предложении интеллектуально не содержалось. Да я могу по ходу дела и подстроиться, и под санкции, почему мы можем и на эту тему поговорить. Но дело в том, что, наверное, тогда все-таки говорю, я задам все равно некий формат немножко издалека. Почему? Потому что я считаю, что для того, чтобы правильно оценивать вообще говоря, конъюнктурные события, а это относится непосредственно к экономической конъюнктуре, то есть к текущему моменту, мы должны понимать контекст, в который это вписывается. В противном случае нам никак никогда не понять вообще этого значения. То или можно просто преувеличить одно, абсолютно проигнорировать незаслуженно другое. Вот, прежде всего я хочу сказать, что я являюсь убежденным сторонником теории длинных волн Кондратьева. Вот, это... Да, слышу. Вот. И поэтому я имею четкое представление о том, в какой точке Кондратьевского цикла мы находимся.
Вот у меня есть это представление. Понятно, что многие пытаются в силу слабой измеримости статистическими показателями кондратьевских циклов считать, что там есть какие-то произвольные суждения. Это не совсем так. И тот, кто захочет глубоко погрузиться в понимание, то он сразу будет эти реперные точки видеть и чувствовать. Другое дело, что экономическая сфера, она связана еще и с деятельностью человека, которая может программировать саму экономическую реальность, я имею в виду экономическую политику. Поэтому, скажем, один кондратьевский цикл по своему течению иногда может не совпадать по некоторым показателям с другим, просто хотя бы потому, что в одном случае там, правительство принимает решение сдувать, скажем, финансовые пузырь и переживать депрессивную фазу в режиме государственной экономии, например, а в другом случае может пытаться растянуть такую вот фазу нахождения в коме путем там, активной денежной политики, вот, которую мы сейчас наблюдаем, которая несколько затушевывает определенную картину, но никак ее не отменяет. Скорее, кстати говоря, это просто позволит более хирургический путем, более болезненный, зато короткий. Этот просто растянет нынешний кризис. Напомню, что кондратьевские циклы – это примерно полувековые циклы, в отличие от обычных деловых, как их иногда называют, среднесрочных циклов, их механизм не столь понятен. То есть те циклические кризисы, которые описаны там и у Маркса, и у классиков политэкономии, примерно понятный механизм были в тот момент, связанные с так называемым перепроизводством, то есть возникновением проблем со сбытом определенных товаров, затовариванием складов. Это, вот это, собственно, рост запасов становился всегда важным индикатором того, что нужно сворачивать производство, начинались увольнения. Вот. Дальше уже Кейнс очень подробно описал, как это срабатывает, потому что увольнение людей еще больше сокращает платежеспособный спрос, что начинает еще больше затоваривать склады, и, в общем, по спирали начинает развиваться понижательная фаза стандартного цикла. И она, как-то после того, как разгребаются эти товарно-материальные запасы, они там сгорают, рассасываются, значит, там по демпинговым ценам продаются, как происходит там волна банкротства, какие-то фирмы не выдерживают, наступает нижняя точка, отталкивается одна, и понятно дальше, как идет оживление. То есть процесс сейчас, конечно, в 20 веке даже вот эти короткие циклы, они функционируют по-другому, они начинаются в финансовой сфере, импульсы идут оттуда, а не из реального производства, поэтому механизм стал сложнее в чем-то, но тем не менее, кондратьевская теория не отменяет обычной теории циклов, она ее дополняет, потому что это просто волна совершенно другого масштаба. Да? То есть мы можем разные вещи увидеть, вот там, не знаю, это прямая линия, прямая, под микроскопом она будет зубчатой. Вот то же самое, разные удаления от предмета, да, от исторического процесса, позволяют увидеть разные циклические процессы. Так вот, если как бы накладывать одну теорию на другую, получается, что кондратьевские циклы – это большая волна на море, а рябь, маленькие волны, они становятся вот теми стандартными деловыми циклами, которые нанизываются на вот эту большую синусоиду, большую волну. Еще Кондратьев отмечал в своих работах, хотя теория эта дальше получила большое развитие уже и после его смерти трагической. Вот, но он уже говорил, что малые циклы ведут себя специфическим образом. Уже от этого можно плясать, грубо говоря, где поворотные точки, их можно заметить. Что малый цикл, ну вот как вот, если бы вы маленькую волну вписали бы в большую, да, значит, вот на маленькие вот эти ряди на большой синусоиде. Понятно, что подъем там становится длительным, он становится ярко выраженным, а спад становится малозаметным в рамках этого, да, и неглубоким. После чего начинается новый подъем, он такой же бурный, опять продолжительный и так далее. И когда мы имеем дело с этой неспадающей фазой кондратьевского цикла, там закономерность меняется на противоположную. Там спады становятся длительными, глубокими, выход из них становится слабо ощутимым, слабо выраженным. После чего опять требуется новый такой ступенчатый сброс происходит и так далее. Количество этих малых циклов на полуцикле, вот в этом, на понижающейся волне, ну, может быть, там, не знаю, 4-5, в зависимости от продолжительности, не меньше 3. Так вот, я считаю, что переломом, ну, то есть не переломом, а такой вот зоной перегиба
с экспансионистской фазы, повышающейся в понижающейся, это примерно 2000 год. Ну, если точнее, то это промежуток там, между 97-м там, и 2003-м годом. Здесь точно никто никогда этот диагноз поставить не может, потому что это еще такой сглаженный процесс. Ну, собственно, еще одна закономерность кондратьевских циклов связана с тем, что норма прибыли и так называемая маржинальная норма прибыли, то есть приросты прибыли в промышленном капитале, вообще в производственном капитале, они высокие на начальной фазе, очень устойчиво высокие в фазе экспансии, и начинают резко падать к концу этой экспансии, доходя до вот этой зоны сатурации, где наступает некое вот это насыщение этого роста. И в этот момент они уже степень включенности экономических субъектов в эту волну и в эту новую технологическую парадигму столь велика, что конкуренция между ними начинает понижать норму прибыли, сводит ее, в общем, к несущественной величине, и в сравнении там, с существующими процентными ставками эта величина кажется ниже. По большому счету становится проще деньги держать в банке, чем вкладывать их в производство. И в этот момент в поисках повышенной доходности капитал устремляется в финансовые спекуляции. Поэтому надувание пузырей там, фондового рынка, надувание всяких там, пузырей там, на рынке недвижимости и подобные вещи обычно сопутствуют вот фазу сатурации и начальную фазу, с которой начинается этот спад. Напомню, что про перегретость американского фондового рынка, значит, уже начали говорить со второй половины, ну, если в Соединенные Штаты, например, брать, начали говорить там, середины 90-х годов. В 96-м году, в декабре, тогдашний глава ФРС Федеральной резервной системы Алан Гринспен произнес свою эту знаменитую фразу про irrational exuberance, то есть вот это не совсем точно, еще нельзя по-русски сказать, это иррациональная чрезмерность. Это был такой дипломатический язык, он не мог сказать прямо, что он об этом думает. А в общем, звучать это должно было, вы там все с ума сошли. Высокую иррациональную чрезмерность. Уже в 96-м году в декабре ему казался индекс Доу Джонса на уровне 6-6,5 тысяч уже перегретым. Да? Но мы знаем, что он практически еще в два раза вырос к началу 2000 года. Особенно сильно, конечно, надувался пузырь на высокотехнологичном секторе, на рынке интернет-компаний и тому подобных. Значит, вот, вещей. Это рынок, который прежде всего характеризуется индексом NASDAQ. Вот. И мы помним, что с марта месяца 2000 года начались мощные удары по этому фондовому рынку, начал резко падать, причем в несколько присестов такими же ступеньками. То он к маю там начал подниматься, все заговорили о том, что кризис прошел, на самом деле к сентябрю он упал еще сильнее, потом за год NASDAQ потерял 87% своей стоимости, 87,5%, то есть уменьшился почти в 10 раз. Это точная аналогия того, что произошло с октября, точнее с августа, если брать верхнюю точку, 1929 года до середины 1932 года в Соединенных Штатах с индексом Dow Jones, когда это сопровождало Великую депрессию. Тогда индекс Dow Jones упал ровно в 10 раз. Ну, там, с отметок около 400, там 370-80, я сейчас не помню, до отметки, там, скажем, 36. Вот, то есть было абсолютно сопоставимое падение вот этих перегретых активов этого финансового пузыря. Но заметим, что тогда не было предпринято массированное денежное вливание, вот, а здесь для того, чтобы уже бороться с этим кризисом, в одном только 2000 году и в начале 2001 американский центральный банк, вот, Федеральная резервная система, опускала ставку, по-моему, если я не ошибаюсь, 17 раз подряд. И она, с помощью этого были сглажены некоторые последствия, появились опять лишние деньги в экономике, значит, начавшаяся рецессия одновременно, тогда, кстати, тоже очень прикольно, что ее пытались связать, вот, кстати, вопрос о санкциях, что к чему является, вообще говоря, причиной. Тогда очень многие говорили, что вот теракты против Америки, падение башен-близнецов, которые вызвали там определенные сложности у страховых компаний, у авиационного бизнеса, люди перестали летать на самолетах, в боязнь и так далее, что это спровоцировало, так сказать, рецессию в американской экономике. Уже тогда мне и моим коллегам, ближайшим, так сказать, моим соратникам, думающих так же, как и я, казалось, что это абсолютно нелепое утверждение. Позже сами же американцы открыли данные, что рецессия началась полгода раньше. Поэтому это просто воспользовались этой ситуацией для того, чтобы массированно начинать вливать деньги в поддержку отраслей, чем еще занимался в то время младший Буш.
Именно при нем три года профицитный бюджет, величайшие там, более чем за 30 лет события в американской истории, последние клинтоновские годы, сменился тут же на дефицитный бюджет, и дефицит этот стал просто астрономическим уже к моменту правления Обамы, там, достигая $1.5 триллиона в год. Если еще к этому прибавить дефицит внешнеторговый, то есть там, платежного баланса, то это огромная дыра в американской экономике, ничем не обеспеченная, уже просто существующая на макроэкономическом уровне. Так вот, я почему об этом говорю? Вот это вот, по большому счету, для меня точка отсчета, где начался вот этот разворот цикла. Поэтому, почему тот кризис, все забыли, так же, как и азиатский, так называемый кризис 97-98 годов, который уже, по сути, был глобальным, он тоже обошел все, там, начался с какого-то тайского бата, значит, атак международных спекулянтов на валюту Таиланда, значит, а по дороге, значит, там, обрушил гонконгский рынок, Южную Корею, там, Индонезию, чуть-чуть не обрушил Бразилию, были израсходованы все средства Международного валютного фонда, а, значит, к осени следующего года, там, к лету докатился и до нас, мы пережили в России дефолт, после чего, значит, начал падать тоже уже и американский фондовый рынок. Значит, это вот события не случайные, да, уже хотя бы еще один индикатор, который показывает, в какой стадии цикла мы находились тогда и где находимся сейчас. Так вот, по моим расчетам, получается, что мы где-то прошли около половины пути вот этого самого спадения. Вообще говоря, можно считать, что и две трети, но в силу того, что, значит, был избран именно такой инфляционный сценарий при противодействии кризису, печатание денег в просто ничем не обеспеченных в астрономических масштабах, более того, многие вещи просто, понимаете, они скрыты из глаз, даже статистика их не показывает. Когда недавно контрольное управление Конгресса, это ГАО, Governmental Accounting Office, проводил исследование деятельности Федеральной резервной системы, вдруг скрылось там нигде не опубликовавшееся там данные о том, что они там за два года израсходовали $16 триллионов, то есть просто-напросто из ничего предоставили эти кредиты, займы огромному числу финансовых организаций, от гигантов там масштаба там Morgan Stanley или там Goldman Sachs до каких-то там банков уже второй руки. Понимаете, это сумма, которая не фигурировала ни в каких там бюджетных дефицитах, там, не фигурировала в дефиците баланса самого ФРС и так далее. Поэтому реальные масштабы даже тут оценить. Если же посмотреть по миру в целом, то есть там еще и деятельность Японского центрального банка, Европейского центрального банка, то это просто, знаете, какое-то море денежное было выплеснуто, что позволило некоторые процессы, так сказать, купировать и растянуть. Вот, купировать, но не отменить, потому что по большому счету пузырь-то не сдувается. Когда пожар начинает тушить керосином, в общем-то это всегда плохой, значит, там признак. Понимаете, значит, если главной бедой этого предыдущего этапа было уже избыточное давление этих финансовых агрегатов, там, всех этих денег, квази-денег, там, полуденег и совсем не денег, но тем не менее финансовых активов, то по большому счету впрыскивание еще больше ликвидности в эту систему, да, это позволяет снять напряжение вот в конкретной точке в данный момент, но по большому счету только еще больше нагружает всю эту систему абсолютно необеспеченными финансами. Либо нужен какой-то глобальный обнуляющий акт, да, то есть просто отказ от всех своих обязательств, вот, и попытка начать все с белого листа, значит, ну, понятно, какие последствия, понятно, что здесь будут те, кто выиграл и кто проиграл, но тем не менее даже этот сценарий нельзя сбрасывать со счетов, хотя он во многом ломает как бы об колено ситуацию, и трудно быть уверенным в том, что ты при этом доверие не утратишь всех мировых инвесторов. Кстати, ситуация Никсона в 1971 году, когда заканчивался как раз предыдущий кондратьевский цикл, тоже в фазе падения, когда он отменил золотое содержание доллара, могло привести вообще к краху этого долларовой системы. Но этого не произошло, потому что в Америке тогда не было конкурентов. Не было ни одной сопоставимой страны, которая бы могла бы своей валютой заменить доллар США. Но сейчас такие конкуренты есть. Это, конечно, прежде всего Китай и Евросоюз, если он захочет проводить самостоятельную политику. В этой связи, кстати говоря, вопрос санкций становится совершенно очевидным. Почему Америка так настаивает на режиме санкций против России? Не она их будет осуществлять. Потому что экономические санкции может осуществить тот, кто ведет экономические отношения с Россией.
масштаб экономических отношений Америки с Россией, он почти на порядок ниже, во всяком случае в разы ниже, чем это же взаимодействие европейских стран с Россией. Поэтому, понимая, что эти санкции будут иметь обоюдоострый характер, это попытка погрузить в экономические проблемы своего конкурента. Более того, здесь решается еще так, как одним выстрелом несколько зайцев убивают. Значит, заодно и прерываются опасные с точки зрения геополитических интересов США связки между там, Берлином и Москвой, там, возможности укрепления, значит, вот этого альянса и попытка, значит, прикрутить Европу к себе, чтобы в свои руки получить весьма привлекательный рынок. Но по большому счету, да, это один из... Или, например, я-то считаю, что на самом деле китайская экономика уже больше американских, готов это доказать, но, скажем, по расчетам МВФ получается, что это там произойдет где-то такое к 2018, а то, глядишь, и 2016 году при нынешних темпах американской экономики, которая, как мы знаем, в первом квартале показала вообще отрицательные темпы прироста, и нынешних темпов китайской, которая вот, ну, никак, конечно, не хочет все останавливаться, и вместо 8,5, правда, выдает 7,5, но выдает зато гарантированно. При таких темпах тот, кто вообще владеет элементарной, значит, степенной математикой, понятно, да, что произойдет там не только уже после 2016 года, а например, к 2030 году. А и кто будет мировым гегемоном, уже абсолютно бесспорно. А теперь давайте подумаем, а что если бы удалось темпы американской экономики там, с нынешних там, возле нуля поднять до 3, бы, значит, каким-то хитрым кульбитом, ну, например, заставив покупать сланцевый газ в Европу, да? А темпы китайской экономики с 7,5 притушить, ну, например, хотя бы до 4. А тогда получается, что момент наступления паритета между китайской экономикой и американской, он куда-то оттягивается в 2044 год. А там же, как говорится, то ли шаг сдохнет, то ли шаг сдохнет, еще неизвестно как. Совершенно понятно, на самом деле, поэтому, что, ну, отнюдь не события украинские породили, вообще говоря, интерес Америки. Ей абсолютно все равно, и украинцы, и жители Крыма, и вообще не знают, где это находится. Современный, к сожалению, профессиональный уровень аппарата и Белого дома, и Госдепа настолько деградировал, там, не то, что там президенты путают Австралию с Австрией, это ладно. Ну, может, там плохо учился, кокаина слишком много нюхал там в студенческие годы. Но это еще было, да, и поправить могут. Вот. Но когда сотрудники ключевых департаментов просто не знают исторических реалий, для них это неожиданность. Там, понимаете, мне там, европейские люди говорят, там, для Меркель была неожиданностью, что Крым, оказывается, значит, когда-то вообще не имел какое-то отношение к России. Простите, это было совсем недавно, что называется даже в юридическом отношении. Вы не знаете таких элементарных вещей. Но это ей говорили ее советники из МИДовские, значит, да. Такой вот уровень, понимаете, потому что, к сожалению, вот когда было противостояние двух систем, СССР и США, там друг друга изучали очень плотно. И советология в Штатах, там, она была разветвленной там и наукой, и они прочитывали не только все наши газеты и журналы, они даже многотиражки читали заводские, понимаете, то есть это была серьезная вообще работа исследовательская, разведная, какая угодно. После распада Советского Союза они себя успокоили мысли о том, что они единственные сверхдержавы. Отсюда совершенно безумные там работы Фукуямы там, про конец истории, которая кроме смеха не могла вообще ничего вызвать у любого здравомыслящего эксперта. Было понятно, что это свет потухшей звезды. Ребята, это нереальность, мы себе ее придумали, понимаете. Это примерно как поздние годы существования Советского Союза. Такого быть не может, потому что не может быть никогда. Типа, вот, скажем, распад СССР, выход там. Как это вообще можно себе помыслить? Как это можно помыслить, что Америка, оказывается, не сверхдержава? Вот, а как это можно помыслить, что какой-то Китай, там, который еще вчера вообще никто и ничто, значит, окажется, завтра станет конкурентом. Они его проспали, откровенно говоря. Они только к концу 90-х годов начали понимать вообще, что происходит. А это говорит об очень низком уровне даже просто элементарной экономической аналитики. Понимаете, потому что это господство такое же точно, как вот в российской экономической политике, господство этой вот грубой монетаристской школы, да еще к тому же адепты чужой, значит, там науки, они какие-то. Недоученные ученики, так там примерно то же самое. Там было в законе все остальные экономические течения в последние несколько десятилетий, только эта школа процветала. С этой точки зрения, ну это просто не может быть, потому что не может быть никогда. Как это может быть? Экономика свободного рынка менее эффективной, там, предположим, там, чем экономика государственного регулирования или там, государственного программирования развития. Это просто нельзя, не может, ну как вот все эти же люди, они же учились, и Буш-младший, и Клинтон учились в университете, они говорили, вот так. Ну раз так, значит так. Так же учат профессора. Значит, по-другому быть не может. Значит, Китай не угроза. Все. Вот, поэтому я совершенно четко понимаю, что, во-первых, нынешняя фаза экономического цикла, по кондратьевскому циклу такова,
мы приближаемся к ее вот застойно-депрессивной нижней части этой раковины, значит, да, к этой чаше, которая, как мы знаем, иногда бывает очень длинная, потому что если не война, еще неизвестно, например, сколько депрессий продолжалось в Соединенных Штатах, там, великая. Вот. Это как мобилизационные программы, там, да, на рельсы мобилизационной экономики были поставлены, военные заказы и так далее, они, в общем-то, во многом эту американскую экономику вытащили. Ну, вот, в этих условиях, понимаете, применение санкций, которые будет иметь сугубо обоюдоострый характер, оно имеет, конечно, вообще говоря, объективно только разрушительный характер. Другое дело, да, на кого пойдет основная тяга-то, можно ли этот разрушительный инструмент обратить себе на пользу. Во всяком случае, Америка в краткосрочном плане может с помощью этого инструмента показать, что она выше, всего лишь продемонстрировать, что остальные еще ниже. Вот, потому что, ну действительно, если у них там уже учетная ставка там практически нулевая, то в Германии уже вдруг появилась отрицательная ставка. Ну вот можно каждый раз показывать, что кто-то еще хуже. А если еще применить сейчас полный объем этих санкций, то германская экономика пострадает больше всех остальных, потому что именно германские компании и германские банки активно очень работают в России, причем делают прямые инвестиции, то есть это действительно не воздух, это не спекулятивные капиталы, вот, это производственные цеха, это предприятия, там, это сборка, это производство строительных материалов, это химия, это много чего другого. Понимаете, это уже разносторонняя такая вот сфера взаимодействия, которая должна была бы только укрепляться и расширяться. И мы понимаем, что это вопрос с точки зрения мирового кризиса, который будет являться отягощающим обстоятельством для мирового кризиса, если связывать вот проблему кондратьевского цикла, да, и санкций. С другой стороны, это способ продлить собственную агонию и американцам все еще упиваться неким своим исключительным положением в этой системе. Что касается России, то в краткосрочном плане санкции могут иметь угрожающий характер. Ну, то есть действительно есть определенные критические направления импорта, по которым можно понести определенный ущерб. Но в целом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе санкции, конечно, будут иметь исключительно благоприятный характер для России. Я бы, например, этот режим бы сейчас поддерживал бы всеми силами, вот если от меня бы чего зависело, понимаете? Вот. Потому что, ну, например, взяли там, ну, просто, простите, конечно, это тоже идиотизм. Потому что, наверное, другому не умеют, что ли, считают, что мир перевернется там. Каким-то там банком там запретили это вот пластиковые карты, виза, да, значит, там вообще такое. Международные транзакции, значит, там, слушайте, ну, вот, во-первых, с точки зрения объема этих санкций реального, да, я вам скажу, число клиентов этих банков, которые частично потеряли возможность только в межбанковских платежах и прежде всего платежах, конечно, за рубежом, да, потеряли возможность пользоваться этой картой. Из банкоматов деньги из родных можно было брать, значит, там, из аффилированных магазинов, где стояла, скажем, там, договоренность с этим конкретным банком, можно было, ну, в общем, было ограничено. Ну, примерно 500, там, по некоторым оценкам, тысяч человек можно. А когда закрыли, вот отобрали лицензию Мастербанка, значит, там почти на порядок большее число вкладчиков потеряло возможность вообще пользоваться своими счетами. Значит, ну, мы же не считаем это каким-то таким событием, там, подобным взрыву вулкана. Но а в чем полезный элемент? А полезный в чем? Понятно в чем. Потому что на самом деле стало понятно снова, да, у нас ведь как гром не грянет, мы уже не перекрестится. Сама проблема национальной платежной карточной системы ставилась уже там, ну, как минимум с 2003 года, я знаю, может быть и раньше. Попытки создания этих систем, там, от «Золотой короны» там, и других, были еще раньше, там, начиная там, с 90-х годов, уже там система там, Экспо-банка, да, и целый ряд других, значит, существовали. Кто мешал, вообще говоря, строить полноценную национальную платежную карточную систему? Ясно, кто мешал? Как только попытки были включиться в эту альтернативную систему, приходила виза с MasterCard и просто, простите за грубое слово, башляли. Вот прям деньги отваливали этому банку. Так, ты вот не ходи туда, оставайся здесь у нас, так, вот тебе деньги. Мы тебе терминалы поставим бесплатно, там, ну это по-другому пошляли, конечно, немножко по-другому. Да. Не прямо, хотя и прямо, наверное, кому-то давали. Все открытый просто лоббизм. Это виза с MasterCard блокировали попытку принятия закона о национальной платежной системе. Теперь, когда это, извините, происходит в условиях практически уже всем понятной войны, ну как это называется, война финансовая. Вот, теперь-то
эту систему действительно будут создавать. И закон уже принял Госдумы. И более того, в полтора месяца там было все уже обсуждено, и все параметры технические налажены и так далее. Можно запускать. Правда, опять начинает лоббировать виза с мастер-кардом. Там, значит, опять уже что-то говорят, наверное, в полной мере мы не будем вводить. Вот это залоговые чего-то обязательства. То есть уже начали что-то опять прогибаться. А я думаю, так надо сейчас еще, чтобы вот что-нибудь такое ударить опять по башке, тогда Путин опять там. Так быстро не камин, чтобы вот их тут завтра не было. И это же благо, ну согласитесь, это, конечно, благо. Потому что мы после этого получаем еще один элемент суверенитета в свою очередь. Мы получаем собственный контроль над собственной платежной системой, которую до этого мы просто не имели. Это простейший пример. Таких примеров можно, говоря, где угодно. Значит, там, да? Вот сидим зависимые там во всей IT-сфере. Здесь вообще зависимость одна из самых вообще больших. Я уж молчу про то, какое программное обеспечение может себе, например, там закладочки содержать. В час X, например, там срабатываете и начинаете вносить системную ошибку. А вот системная ошибка в работе, там, скажем, объекта там, типа атомной станции или там сложные управленческие системы, может дальше порождать цепные последствия. А трубопроводы, а химические заводы и так далее. Значит, кто сказал, что этих закладок там нет? После всех этих скандалов со Сноуденом там и так далее, у кого-то есть вообще какие-то иллюзии, как работают эти все операционные системы? Но ими же оснащено все. Все компьютеры, включая компьютеры СВР, ФСБ, они все сидят на Windows. Ну, неужели непонятно, значит, что режим санкций, он отрезвлять начинает, да? Значит, вот теперь берегись, может, возьмутся за какое-нибудь собственное программное обеспечение. Дальше. А где вообще собственное серверное оборудование сетевое? Почему китайцы могут иметь компанию Huawei, которая ничем не уступает Lucent Technologies, а на самом деле ее уже последние годы однозначно превосходит? С чего начиналась эта компания? С торговли коммутаторами там, значит, офисных радиостанций. Ну, то есть фактически телефонных станций, да? То есть такие телефоны, да. Во что она теперь превратилась? В 13-ю в мире, вообще не в сфере IT, а вообще компанию по числу поданных патентных заявок в Международный патентный бюро. Да, ежегодный объем заявок именно такой. 13-е место в мире. Так кто мешает взращивать собственного национального чемпиона, как говорится? Кто мешает создавать подобных Huawei, например, у себя здесь, на родине? Компонентная база запущена полностью. А ведь у вас здесь, в Крыму, вообще говоря, в свое время и строились предприятия профильные, необходимые как раз для производства там, и процессоров, там, да, все это, что будем дальше делать. Ну ладно, в некоторых сферах опасность такая двоякая. Не дадут американцы, возьмем у китайцев. Но не всегда. Это, кстати, тоже большое благо. Но в чем-то благо, но в чем-то как. Нет, ну аккуратнее будем. Все-таки, если бы совсем негде было бы взять, это была бы уже полная блокада. Это бы означало не просто уязвимость, это бы означало, что нас просто начали бы ставить на колени, понимаете? А так нет, ну да, есть куда развернуться. Так, как помню, санкции вводились после ввода наших войск в Афганистан в 79-м году. Да? Я помню, эти санкции Америка ввела, там зерно, там Канада перестала нам поставлять, там мясо перестало. Но мы тут же начали это в Аргентине и в Бразилии. Ну, то есть, каким-то образом, значит, из этой ситуации еще можно выкрутиться, понимаете? А по некоторым сферам, да, действительно, может быть критическая зависимость. Как ни странно, например, такая зависимость у России существует по определенным системам вооружений от Украины. Ну, например, корабельные дизели, понимаете, вот, только Николаев вот их вот приводил. Определенные там системы, компоненты оружия, причем высокоточного оружия. Ну, значит, придется какое-то время там, значит, выпускать упрощенные модификации. Там. Ну или там вот Франция там нам эти тепловизоры и прочие там, значит, там, средства локации и прочие представляют. Ну и будем продавать там на экспорт там, те же вертолеты или танки без этих средств. Ну, выкрутимся как-нибудь. Это вот краткосрочная вещь. А с другой стороны, в долгосрочном плане это означает необходимость импортозамещения. И те сферы, которые у нас были в загоне, они теперь должны будут, согласно логике поддержания собственного суверенитета, независимости, вообще просто выживания во враждебном окружении, наконец получать финансирование, программы развития. Я вижу в этом благо. В средней и долгосрочном плане я в этом вижу благо. Восстановление квази-автаркичности российской экономики еще лучше, если в рамках определенных интеграционных образований с дополнением там, не хватающих нам там, климатических условий, там, собственной хлопковой базы. Я надеюсь, что вот этот процесс пойдет там. А самое главное, что мы можем все-таки создать, пускай не основной, но дополнительный центр силы, который будет той гирькой, не считаться, который будет уже тогда невозможно в
мировой геополитики, я, собственно, думаю, это единственная ниша, которая пока для России еще остается открытой. То есть на равных выступать конкурентам Соединенным Штатам или Китаю мы, конечно, не можем, это смешно. Как там не посчитать российскую экономику, ее долю в мировой, там, от 2 до 4%. Скорее, на мой так взгляд, скорее ближе к 4%, но ладно. Тем не менее, по некоторым расчетам, если считать без учета паритет покупательной способности валют, вообще получается 2%. А китайская, хочет как тоже, как не хочешь, как не считай, 20%. Все это уже просто разница на порядок. Поэтому никаким равным партнером мы им не будем. Вот. И для того, чтобы как-то, каким-то образом обрести большее число опор, я, например, вижу евразийский проект, если вот там такой сюжет коснуться его, несомненно, не как восстановление какого-то постсоветского пространства. Это должен быть абсолютно новый проект. Я не понимаю, почему в нем не может появиться, например, там, Турция, Иран или со временем Индия. Почему нет? Вот тогда это, ну как, это некий аналог движения присоединения, но только в другой исторический отрезок, да и совершенно в других исторических обстоятельствах. Но тем не менее, очень понятная вообще реконструкция, которая вполне могла бы заработать. Вот, задача такая есть, надо бы ее поставить МИДу, соответствующим там структурам, вообще-то говоря. Понимаю, что если еще вчера был объявлен приоритет евразийской интеграции, сегодня это уже не просто приоритет, это... Да, это абсолютная необходимость, да. Это из разряда таких уже вещей, которыми, если мы пренебрежем, значит, будущего, мы сами себе просто его вот, заузим все коридоры возможностей. Вот, поэтому, может быть, несколько сбивчиво, но вы же просили о санкциях, да? Я вот должен был вписать их в контекст. Вот. А в целом, если говорить о прогнозах, да, еще раз я должен так мысли все-таки завершить, исходя из кондратьевского, моего понимания кондратьевских или циклов. Вообще, правильно, может быть, их там и называть кондратьевским, поскольку это учение уже с тех пор обросло много чем, там Шумпетр в него внес там много, и там академик Львов, покойный, ныне здравствующий, хороший мой товарищ Сергей Юрьевич Глазьев. Вот. Но, тем не менее, все-таки по имени основателя самой этой теории, я продолжаю считать это, значит, кондратьевским, называть это циклами. Вот. Хотя объяснение он исчерпывающее не дал, это уже как бы дальнейшее. Так вот, связь уже с технологическими укладами однозначная была уже все-таки, она планомечена, как один из вариантов Кондратьева, но до конца не прописана, это уже вот достижение более позднее, в частности, вот как раз и Глазьев со Львовым, они много дополнительного внесли в эту теорию. Вот. Отсюда несколько выводов. Во-первых, что нижняя точка мирового кризиса не пройдена, и нас ждет еще некоторое продолжение падения, после чего длительная депрессивная фаза, миновать которую, видимо, не удастся. Ну, даты точно, конечно, вам никто не назовет, учитывая сложность, которую я уже сказал. Без денежно-кредитного выливания вот этих вот пожарных безумных, значит, это наступило бы раньше, просто сгорели бы финансовые активы раньше. Вы сейчас смотрите, сейчас Dow Jones опять бьет рекорды. На чем он их бьет? На отрицательных темпах просто американской экономики? Ну, это же нелепость. Вы же понимаете, что сейчас опять должно взорваться? Он же не может расти. Растет просто на этих тормовых деньгах, которые перетекают, значит, там, из печатного станка ФРС просто на фондовый рынок. Значит, ну, понятно, это очередной эксцесс, еще один пузырь. Сейчас опять грохнется, опять разлетится, значит, кому-то ошметками этого пузыря там сильно испортят физиономию. Ну, это же понятно. Ждите, это же будет происходить, это же все же понятно. Никакого оживления на рынке недвижимости США нет и не предвидится. Цены лежат, объемы торгов на вторичном рынке не растут, они продолжают даже падать по сравнению с данными прошлого года и так далее. То есть где здесь вообще хоть что-то? Говорят про какое-то оживление. В чем оживление? Оживления никого нет. Статистика с рынка труда американского, если оставаться не на уровне верхней цифры, а в структуру дальше, показывает увеличение рабочих мест только в сфере временно занятых, сезонно занятых и только на обслуживающих работах. То есть там нет никакой базовой, тоже никакого базового роста занятости. Да? И при этом, значит, общее количество занятых в экономике все время падает, то есть просто-напросто многие люди, отчаявшись, перестают ходить за пособие по безработице, регистрироваться и больше не числят рабочей силы. То есть они просто регулируют. Знаменатель начинает сокращаться, поэтому вы можете с помощью этого, значит, показывать якобы более-менее благоприятные цифры, но они же сами себя не обманывают, или точнее уж если обманывают, но тогда все равно реальность это не отменяет. Поэтому я думаю, что реально это еще довольно долго продлится. Я раньше, если так аккуратно говорил, там, что нижняя точка это там 15-20 год, теперь я бы это сместил бы еще лет так на 5. Я думаю, что это есть все шансы, что это кризис до 2025 года.
Я говорю про эту нижнюю фазу. Оживление я пока раньше там не предвижу. А вот режим санкций, как он с хондратическим циклом еще коррелирует по отношению к нашей стране. Дело в том, что мы очень неудачно выступили в предыдущем кондратьевском цикле. Если мы представили, сумели ворваться в третий кондратьевский цикл, и все технологии базовые того цикла при нем были отстроены, да, все это, вся эта тяжелая индустрия, все машиностроения, конвейерные там, производства и так далее, мы все это освоили очень быстро и практически не уступали по базовым этим технологиям уклада остальным странам, то со следующими уже произошло похуже, понимаете? И компьютерный уклад мы, например, просто потеряли. То есть следующий там еще был подъем, четвертый, где там связанный с авиационной техникой, алюминием, там, атомным, все это было нормально. А вот проблемы начались вот с последним, да, с пятым укладом. Вот, и с 80-го года, условно говоря, мы упустили тематику компьютеризации, чипового производства, средств связи. И в этом смысле это была как раз основа кондратьевского вот этого цикла, падение которого мы теперь уже переживаем. И подъем весь был связан именно с этими, с этим набором технологий, с чипизацией всего и вся, с выпуском там кофеолог, кофемолог, кофеварок, там и стиральных машин с чипами, с холодильника с выходом в интернет, там, и тому подобные, значит, там штучки, да, значит, вот это как бы уже в завершении всего, когда нечего стало уже чипизировать, и когда у каждого, значит, там, он занимается жонглированием мобильными телефонами, больше нет карманов, в которых их положить, значит, возникает совершенно понятная зона сатурации, насыщения. Больше некуда эти чипы всунуть, и все, она достигла своего логического исчерпания. Можно заниматься маленькими улучшениями, там, кнопочку другого цвета приделать и так далее, и пытаться стимулирующими программами как-то наращивать объем продаж, но все, вы, собственно, достигли, да, уже предела. Уже нельзя разобраться, где мобильный телефон, где компьютер. Они уже срослись полностью, куда еще дальше его сдвигать. Дальше, в общем-то, его сдвигать некуда. Все, это некие исчерпания этой технологической кластера. Это не сама, а одна технология в этом человеке. Это набор технологий с обросшими, так сказать, там, потребительскими рынками и вплоть до услуг, вплоть до того, что там возникла индустрия игр, которые пишут для ваших мобильных телефонов. И даже эта уже сфера, она все, она себя исчерпала. Куда дальше? На чем еще может здесь, в этой сфере, в этом конкретном коридоре возможностей расти дальше? Нет. Значит, необходим для вот этого нового кондратьевского подъема появление новых базового кластера технологий, который очень серьезно изменит структуру потребительского поведения. Ведь точно так же, кто бы мог подумать какие-то еще там 10-15 лет назад, что мы будем тратить деньги на какой-то мобильный телефон, да еще там это было поначалу очень дорого и так далее. Зачем, казалось бы, зачем это нужно? Мы жили прекрасно без этого, с какой стати я буду там платить часть своей зарплаты на такую ерунду? Значит, теперь, простите, у бомжей есть, я клянусь, вот. Ходишь вот рядом там, у какого-нибудь там Курского или Павелецкого вокзала, все бомжи с телефоном мобильным, понимаете? Нет, это значит, ладно, он мог там найти, но как сим-карточку там покупает, понимаете, вот он там ходит там на помойке ест, там побирается, а деньги тратит на мобильную связь. И вот они друг с другом разговаривают, очень смешно смотреть. Вот. Значит, должна появиться такая базовая потребность. Поэтому, кстати, всегда это некий спекулятивный элемент, что будет стоить основу следующего цикла. Действительно трудно там сказать, многие там версии существуют. У меня есть своя версия, я уже об этом тоже публично говорил, может, кто-то следил за моими какими-то высказываниями, нового здесь не будет. Я считаю, что, вот смотрите, обычно ведь это должно начинаться, всегда это начинается, когда это нишевый продукт, он продается довольно дорого и еще всем недоступен. Потом, по мере экспансии, этот комплекс технологий становится все более и более массовым, и он начинает существенный сегмент мировой экономики играть именно в силу дешевления и доступности этих вещей. А значит, должен быть потребность и спрос. А значит, где он должен начаться? Он должен начаться все-таки в богатых странах, где есть избыточные деньги. На что там готовы будут тратить деньги, чтобы так серьезно изменить вообще структуру своих издержек? За еще один новый автомобиль, во-первых, уже задыхаются города, во-вторых, этих автомобилей уже вот столько. Жилье расширить, ну, я помню еще там в каком-то 88-м или 89-м году статистику, что средний размер строящейся квартиры в Бельгии 157 метров. А сейчас, я думаю, все 300, а больше. Вы замучитесь убирать такую квартиру ежедневно, там пыль стирать, там, в общем, уже не нужно. А что так, где эта потребность? Пожить подольше. Излечение ранее считавшихся неизлечимых или трудноизлечимых болезней, исправление генетических наследственных определенных болезненных комплексов, усиление возможностей человеческого организма с помощью определенных искусственных разного рода примочек,
да, то есть там материалы, которые лучше, чем природные, ну и так далее. Значит, здесь можно дальше фантазировать на эту тему сколько угодно. А ясно, с чем это связано? Это связано с генной инженерией, это связано с биотехнологиями, это связано с новыми материалами, это связано с наноуровнем. А значит, нужны соответствующие контрольно-измерительные приборы, значит, это, понятно, это сфера там, всяких электронных микроскопов, определенного предустроения, и дальше понятно, как класс расширяется, какие сферы он будет дальше подавать захватывать. Пример. Вот моя версия такая. Никто, естественно, не может сказать. Вперед вообще может заглянуть только там, исключительно одаренные личности, обладающие, как говорится, там, третьим глазом. То есть я не Кассандра, я поэтому не могу считать себя пророком, но логика меня подталкивает вот к подобному пониманию этого процесса. Так вот, если мы говорили, что дослугой вот, 30-х годов, то, что мы ворвались в самый современный на тот момент уклад, а при этом пропустили вот, пятый компьютерный, во-первых, нам надо его все равно наверстывать, то вот эти вот санкции, например, в области там, тех же самых информационных технологий, там, современной там, техники и так далее, просто-напросто, что завтра могут перестать продавать станки, а мы их прекратили выпускать. Понимаете, сейчас, по-моему, в самом большом загоне именно станкостроение. Мой коллега Михаил Делягин любит эту статистику приводить, что мы сейчас в России производим подшипников в 1000 раз меньше, чем производили в Советском Союзе, в 1000 раз. Мы не производим больше подшипников. На территории этих ГПЗ, значит, там, этих государственных подшипниковых заводов, там, чего угодно, там, от складов, там, до офисных помещений предприятия просто не функционируют больше, понимаете? Так, значит, я думаю, что вот эти санкции, они позволят, во-первых, нам просто восстановить недостающие звенья тех укладов, которые вообще без них все равно нам не обойтись для обеспечения суверенности. А самое главное, глядишь, они могут каким-то определенным образом через смену самой парадигмы мышления о роли государства в экономике породить определенно стимулирующие программы, которые там на примере каких-то удачных вот этих импортозамещающих начнут еще и строить свой новый высокотехнологичный бизнес. Во всяком случае, возможность такая появляется, будет ли ей, воспользуются ли ей, будет ли это исполнено эффективно, я не могу сказать. Но такая возможность есть. И во всяком случае, я как раз вот, как ни странно, считаю, стоило бы еще как-то что-то такое поддержать это, вот еще их в этом рвении нас наказать этими санкциями. Нам бы это точно пошло на пользу. Спасибо, Андрей Борисович. Я думаю, уже назрели вопросы из зала. У нас остается ровно час. У кого первый вопрос? Потом я задам. Я тоже вопрос назрел. Да, пожалуйста, Максим Головань. Андрей Борисович, Максим Головань, московский комсомолец в Крыму. Ну, немножко привязка крымская моего вопроса. Понятно, что непростые сейчас реалии, вот санкции международные, вы в них и плюсы, видите, назвали. Ну, так или иначе, у крымчан тоже сейчас в определенном плане экономические ожидания есть от России. В настоящее время вот Совет министров Крыма разрабатывает, ну, как бы разрабатывается положение федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма до 2020 года. Да? Называется сумма 695 миллиардов рублей, которую якобы может выделить бюджет федеральный, да? Ну, по некоторым данным до триллиона. Вот такая сумма, учитывая, что вот года три назад, допустим, Киев обещался там 44 миллиарда гривен всего лишь, да, вот, на нужды Крыма дать. Насколько, если эти деньги дойдут, ну, вы понимаете, еще раз, большей частью хотя бы покроют нужды вот, Крыма в экономическом смысле, насколько они повлияют на сам бюджет России, да, или, может быть, субъектов Российской Федерации, учитывая, что где-то прибывает, где-то убывает. Ну, масштабы бюджета России – это не какая-то очень критическая сумма. Давайте будем разумно на эту цифру реагировать. Не страшно. Тем более, это не на один же год. Это растянутая во времени цифра, правильно? Вот. Во-вторых, я не очень понимаю, просто не видя документов, что такое программа развития Крыма, что она туда включает. Включает ли она, например, там какие-то трансрегиональные, там, какие-то проекты, например, строительство моста, туда входит или это отдельные затраты? То есть надо понять вообще, что там есть, что нет, потому что я не знаю. Ну, так один мост, говорят, недавно оценили 200 миллиардов. Я, правда, считаю, что там цена завышена, конечно. Вот. Поэтому, кстати, китайцы привлекают. Во-первых, сами разучились строить, а во-вторых, считают, что меньше уворуют. Ну, правда это.
А я давно с этой идеей, знаете, я, в общем-то, на ножах с очень многими либеральными экономистами, но иногда мы сходимся в некоторых оценках реальности. Я помню, как я для журнала «Так» специально был такое поручение от Леонтьева, давай нам дополним тему новой индустриализации мнением какого-нибудь, значит, там, либерала, который умеет говорить и хорошо рассуждает. Я попросил Владислава Иноземцева поговорить на эту тему. Я помню, что, ну, он в то время еще не совсем сошел с ума, то, что он сейчас ему говорит и делает, ну, просто уже по политической линии, там, в партийном строительстве, там, еще там, с Прохоровым и прочее, отдельные уже причины. Ну, вот, но тогда, тем не менее, у нас не было очень много точек расхождения. Некоторые вещи мне очень нравятся. Вот он говорит, значит, вот, что нам так трудно, говорит, там, решить проблему там, качественных аэродромов международного уровня. Вот надо все их дать строить китайцам с возможностью эксплуатации в течение там, 15 или 20 лет. Это вот так хватит, чтобы окупить. Стоимость такого аэродрома будет в 5-10 раз дешевле, чем если его построить наши, и он остается на нашей территории, переходит в госпользование через 15 лет эксплуатации. Все, можно решить проблему вообще, говоря, транспортной и элементарно, причем с выгодой для всех. Хороший инструмент, почему нет? Вот. Что касается программы, понимаете, не видя ее, естественно, и мне трудно там какие-то суждения о ней, но вот я вижу другие вещи. Может, немножко не на ваш вопрос отвечаю. Я хочу сказать, что ведь... А кто эти программы, что называется, в гражданском обществе обсуждал? Там мнение, например, самого экспертного сообщества, например, в Крыму учтено. Вот мы, например, здесь встречались в рамках вот нашей программы пребывания Изборского клуба с аналитиками. Вчера на круглом столе вот происходило это мероприятие в Таврическом университете. Там был целый ряд, вообще говоря, у нас очень сильное произвело вообще впечатление качества аналитиков местных ваших. Это очень компетентные люди с очень, надо сказать, совсем не маргинальным мышлением, прямо наоборот, во многом опережают историчников. То есть это нисколько не хуже в том, что касается всех мировых трендов, но еще прекрасным знанием вообще внутренней ситуации. А вот их вообще кто-нибудь привлекал к разработке этих стратегических документов? Я просто боюсь, понимаете, что планирование бюджетного процесса и планирование стратегического развития – две разные вещи. Потому что начинать это надо не от денег и не от статей бюджетных расходов. И не от нужд идти, хотя нужды тоже там. Надо прежде всего стратегическое видение, куда мы стремимся. Мы как хотим видеть экономику Крыма и... Ну если мы вот это, да, вот мы вот туда вот стремимся, или мы можем вот туда уйти с помощью вашей этой программы. Мы должны определиться с целями прежде всего. Я почему об этом говорю? Потому что, а кто-нибудь спрашивал вообще крымчан, вот эта зона игорная в Ялте, вот ее, это что, вам подарок сделали или как? Это что это такое? Я вот не понимаю. Я, во-первых, не понимаю, какое это имеет вообще отношение к развитию Крыма. Ну как это может развить Крым, вот скажите. Ну чуть больше таких, может, так будет отчислений, но с учетом того, что, скорее всего, через некоторое время потребуется какой-нибудь там офшорный режим, так они еще и балдалов не будут платить. Так, а так вообще не понятно, а почему в Ялте тогда? Правильная же мысль заключается в чем, что если это развивающий должен быть проект, а не только чтобы потешить какого-то там высокопоставленного игрока с большим кошельком толстым, так может надо было бы сделать такой точки, которая хотя бы решала бы региональные проблемы Крыма, например, там новую точку роста где-нибудь там организовать. Где это было, например, в Штатах сделано? В пустыне Лас-Вегаса. А у вас что, нет таких пустынных территорий? Создайте с нуля, постройте там Лас-Вегас, значит, никто же не будет вам говорить, не делайте это замечательно, да, но уже в перегруженной, значит, инфраструктурно сложной Ялте строить еще это, зачем? Я совершенно не вижу никакого смысла этого решения. А что тоже не видят смысла? Ну, так понимаете, значит, это вот я боюсь, что мы когда обсуждаем некоторые стратегические документы, не глядя, тем более, я же не вижу, что там, да, мне трудно дать по этому всего этому оценку, а оценить сумму? Ну, она меня не смущает, ну почему нет? Стоп, у меня вопрос тоже. Я просто приведу простой пример. Да, потому что мы иногда многие вещи, у нас порядок, даже причем у государственных экономистов высокого уровня, они почему-то вот теряются цифры, там, миллиард долларов, это что-то иногда кажется, что-то такое немыслимое, какая-то величина. Я просто скажу, просто чтобы было понятно. Значит, российская экономика, если считать ее по паритету покупательной способности валюты, то есть с учетом ее реальной покупательной способности рубля, да, выраженные в международных долларах, по оценкам МВФ это там 2,4, по оценкам Мирового банка 2,8, по более реалистичным оценкам, ну, все 3 триллиона долларов. Так, масштаб. Слушайте дальше. Официальный даже уровень инвестиций в российской экономике по структуре ВВП, по расходам, не ниже 20%, на самом деле 22%. Пятая часть от 3 триллионов. То есть, иначе говоря, российская экономика сама
внутри, внутренние субъекты этой экономики, делает в год инвестиции-то на 700-800 миллиардов долларов. Объясните мне, когда мы начинаем на этом фоне там приветствовать какой-то там миллиард долларов иностранных инвестиций, какую погоду эти инвестиции вообще делают в Российской Федерации? Никакую. Но у нас все усилия правительства на привлечение этих международных инвестиций, которые там по капле в год нам капают. А почему не создать лучшие условия для своего внутреннего инвестора, если он уже инвестирует 700-800 миллиардов суммарно, чтобы он начал триллион инвестировать? Это была бы треть, то есть 33%. Где норма накопления 33% была? В Японии 70-е годы. И обеспечивала им сколько? 6,5-7% роста годовых. А можно больше? Можно. Пример, там, не знаю, Филиппины, Малайзия имели 40% нормы накопления, то есть доли инвестиций в ВВП имели сколько? 10-12, ну там от 7 до 12 значит, процентов роста в течение... А еще можно больше? Китай до 50 показывал. И имел свои там 15, там 16, 17, 18% роста промышленного производства в год. Чем мы тогда ратуем за эти иностранные инвестиции? Я привел только один пример. Цифры меня пугать нельзя. Вопрос в том, как эти деньги будут расходоваться. Они будут эффективны расходованы или нет. Найти-то их Российская Федерация найдет. Это не очень большая сумма. Не надо пугаться. Давайте еще один вопрос о Крыме от Ольги Волоченко. Санкции коснулись и Крыма, в том числе банковской системы. Как это отразится на экономике Крыма, в частности, в вопросах привлечения инвестиций, а также деятельности предприятий экспортно-ориентированных? Это важный вопрос. Это важный вопрос. Я думаю, что он не имеет решения в лоб, потому как статус непризнания воссоединения Крыма будет еще очень долго. Тем не менее, да, значит, вопрос в том, где будет штаб-квартира, например, находиться. Я вас уверяю, там будет очень много таких нюансов. Не будут там западные партнеры, которые хотят иметь свой, да еще и выгодный бизнес в России, смотреть, в Крыму там конкретно сделано или нет. Если там будет штаб-квартира, например, там, или, не знаю, юридический адрес там, в Брянской области, это уже не проблема, понимаете? Хуже там, если нужно налаживать какие-то прямые связи, например, там, или продолжать их с партнерами на Украине. Это вот сейчас будет совсем сложно. Статус полного неприятия, непризнания и так далее. Ну, там, я знаю, мне недавно рассказывали, что это реальная бытовая проблема. Кто-то хочет своим родственникам перевести деньги, значит, там, в Киев из Крыма. Да? Как? Нельзя, нет возможности, да, вроде бы. Да я очень скоро придумаю. Нет, во-первых, ну, банковский перевод скоро вам придумают. Нужны просто еще две прикладные инстанции. Вы сначала перечисляете мейнленду какому-нибудь банку в России, да, значит, он своему там западному контрагенту, а тот перечисляет на Украину, весь этот платеж проходит, ну хорошо, он станет там дороже на 1%. Ну это решаемая проблема. Вы считаете, она нерешаемая? Она решаемая. Вот поэтому тут надо, как говорится, поживем увидим. Тут есть много таких вот деталей, про которые, если не знаешь, и они в голову не придут. Но я уверен, что механизмы, в том, что касается организации платежей, там, не знаю, маркировка, там, таможенные и прочее, все эти вещи обойтить можно, знаете, этих примеров полно. Люди в странах, которые находились в полной блокаде, то находят осуществлять возможность эти связи. Вон Иран. Его полностью отключили вообще от системы международных расчетов в свое время, понимаете? И то, значит, эта страна поддерживала все равно какие-то внешние торговые обмены. Ну, переходит там на обмен там, с помощью золота, там. Еще там начинаются определенные вещи. Ну, как она действительно известна, что они там с Турцией, с Китаем осуществляли сделки просто непосредственно в физическом золоте. Ну, запрещено, потому что в долларах, значит, запрет. Там. Американцы говорят, что доллар не должен быть в расчетах Ирана и с Ираном и так далее. Ну, не, ну и доллар. Евро присоединился. А какими тогда валютами? Но местные нестабильны. Чем тогда, чтобы всех удовлетворило? Золото. Да все можно, найти все способы можно. Наталья Дремова, «Аргументы и факты Крыма». Скажите, пожалуйста, вот я только сейчас, я пишу достаточно много лет о рынке труда, ну, в числе прочего, и только сейчас я увидела, когда стали заходить российские предприятия с объявлениями, а ну, им нужны рабочие, и наш центр занятости, он не может предоставить людей нужной квалификации. За 23 года мы выпустили невероятное количество ненужных специалистов. Мы упустили вообще инженер. То есть и экономистов. Он ненужных, но выпускали. Ну, у нас, скажем, такого качества, если были, как вы, мы
потому что лучше бы жилось. Ну, их столько не надо. Да. В общем, инженером у нас стал редким, ну, не знаю, как дрофа вот в Крымской степи. В России существует... Фрезеровщик, знаете, как это? Фрезеровщик, Днепропетровский, Украина потеряла Днепропетровщина. Там фрезеровщик тоже, он редкий зверь. Да и все, на вес золота, понимаете? Где старые рабочие кадры? Он может быть деспотом на предприятии. Придет пьяным, так да. Даже... Директор завода боится им об этом сказать. Ой, Ксенович, лучше сегодня не подходить. А что, завтра разберется, уйдет. Все. Остановиться, найти нету. Сварщика, хорошего электросварщика найти практически невозможно. Высокого квалификации. Там же должны быть тончайшие швы там, на определенных изделиях и так далее. Нету. Так в России, потому что программы какие-то начинаются. И как может в них Крым строиться? Нет, знаете, мы об этом тоже говорим постоянно. И я вижу только одно, что на уровне государства, к сожалению, такой программы нет. И более того, наоборот, мы можем фиксировать полный распад системы профтехобразования, во-первых. Техническое образование еще как-то теплится, просто в профильных вузах, слава богу, они уцелели, там, понимаете, тот же Бауманский, там, не знаю, авиационный, прочие институты все еще там, хотя у них появилось огромное количество странных каких-то там факультетов гостиничного дела, тоже непонятно вообще, чего делают там в институте стали и сплава, факультет, там, не знаю, маркетинга или еще чего-то, чего они стали и сплава маркетингуют или еще, это уже непонятно, психологический факультет может появиться не с того ни с сего. Вот. Но тем не менее, они еще и по базовой специальности людей выпускают, и надо сказать, что тот, кто вот на переломном этапе, сейчас уже, кстати, уже просто на эти специальности не прорвались, например, в какой-нибудь там в нефти и газа там, в Москве, значит, это конкурс там похлеще, чем, я не знаю, чем в перестроечные времена на ИСТФАК, наверное, столько не хотел поступать там, да, значит, вот сколько теперь хотят быть там нефтяниками-технологами, понимаете, потому что это все знают, ну, это сфера, где и хорошо платят, и рабочие места есть, потребность специалистов есть. Вот, гораздо менее очевидны были вещи там, связанные с машиностроительным комплексом. Поэтому здесь, понимаете, даже не образовательная программа может решать, а вообще общий поворот, разворот государственной политики в том, что касается поддержки тех или иных отраслей, восстановления их или, наоборот, наплевательски к ним отнесемся. Да. Я хорошо помню статью двух научных сотрудников. Один был научный сотрудник, другой младший научный сотрудник. В 93-м году в независимой газете. Одного была фамилия Дубинин, другого Алексашенко. Вот, да, да, да. Да, оба имели кандидатское там, да, звание, в смысле, ну, научную степень, и, значит, у них был такой вот статус тогда. Статья, в которой был написан перечень отраслей, которые бессмысленно поддерживать в Российской Федерации, и от которых просто надо отказываться. Сельскохозяйственное машиностроение, авиастроение, там было 8 базовых отраслей, станкостроение и так далее. Отрасли, которые не нужны, их спасать бесполезно, они не могут выдержать международную конкуренции, деньги, которые мы в них вбухаем для их поддержания, вообще, значит, будут просто как, просто мы с ними распрощались. Все. Ну, видите, за такую статью, мне казалось, значит, они непонятно вообще, почему они считались научными сотрудниками, однако же один стал главой Центрального банка, вот, в Российской Федерации, а другой его замок. И до сих пор, понимаете, властитель дум, поскольку Алексашенко, ко всему прочему, еще поддерживаем правительство Центра развития, который гранты все правительственные берет на вот эти разработку программ развития. Вот не стыдно этим людям вот как-то вот вспоминать по своей вот эти вот писульки? Вообще, они вот сейчас то, что говорят, их истинное мировоззрение, или то, когда они тогда писали, вот их ничто не сдерживало, никакие политесы. Может быть, так они остались на том же уровне понимания проблем. Вот, поэтому, понимаете, здесь беда. А что касается нашего Министерства образования, значит, одного министра очень мечтала вообще вся страна выкинуть с этой должности, получил еще похуже. Знаете, а тот пересел в кресло советника президента. Да? Так что вот все в руках Фусенко. Опять ЕГЭ этот безобразный, который, вообще говоря, значит, просто оболванивает любого там ученика. Сокращение курсов точных наук во всех школах. Причем при том, что нужно, наоборот, больше, да, сейчас вот эти наши потребности там при переходе к какой-то там наукоемкой технологии, там, там, экономики в целом, знаний. А вот, значит, вот реальность совершенно другая. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я-то видел пути решения, значит, связанные с, уже с крупными предприятиями. И мне казалось, что нужно, чтобы они начали заполнять ту лакуну, которую не заполняет министерство. И кое-где это очень активно стало, очень удачные примеры. Я могу вам сказать, мы были с Игорским клубом в прошлом году на Урале, у Козицына, на этом самом медном этом предприятии в Верхней Пышме. Вот, огромный, значит, его комплекс, второй по величине в России, значит,
медная компания полного цикла, там, вплоть до шестого там, и выше переделов, значит, они там обеспечивают уже там, вплоть даже уже из порошковой, там, не только там черновая медь, там рафинированная медь, потом проволока, катанка, проволока, и они перепроизводят все вплоть до там по индивидуальным, значит, заказам, там 3D, эти, как они называются, принтерами делают там всякие, да, сложные уже детали из, на уровне порошкового и очищенной вот этой меди и так далее. Прекрасно. Все это он сделал в конце 90-х годов. Все технологии закуплены, причем лучшие, тщательно отбиравшиеся. Там, скажем, проволока, там, технология немецкая, там, это, там, то и так далее. И много собственных еще там примочек. Так вот, он не только готовит сейчас всех специалистов среднего звена, он еще и вуз создал, значит, теперь там прямо при своем предприятии. И он еще дает хорошие зарплаты. В результате там расстояние 80 километров, казалось бы, могли преподаватели там, меньше, по-моему, даже не 80, 46 километров до Екатеринбурга. Тем не менее, он еще дает квартиры трехкомнатные, там, профессоров из политеха, значит, бывшего Свердловского, Екатеринбургского политеха, уже просто переманивает туда. Вот так дело пойдет. Потому что он сам знает, кто ему нужен. Он может задать стандарты образовательные, ему не нужно, значит, чтобы эти люди там были непонятно кем, да, они должны четко соответствовать вообще программе развития его предприятия. Вот это настоящий хозяин.